Так, Сургут, 20 июня, после стихии. Наконец ветер, он точнее есть, но не такой сильный, и прекратился дождь. Смотрите, сколько веток наломала. Наломала здесь ветку в своем телеграм-канале. Я, ну, правда, не свои посты размещала, а с новостных каналов, сколько сегодня попадало деревьев. Пока вроде без таких вот серьезных происшествий, но, конечно, это неприятно, если упадет на машину, например, да. Вот здесь вот дерево, видите, накренилось, прям с другой стороны лучше видно, упало. Но соседнее дерево его придержало. Еще хотела показать, у нас вообще так столько воды лилось, знаете, но я уже не снимала. Вот здесь вот пролилась вода, получается, с дорог по водоотводу и аж подмыла столб. Смотрите, оголилось основание, оно было землицей прикрыто. Здесь вот все это оголилось. Фонтан, на удивление, работает, видимо, как его включили, так и не отключают, даже ночью. И вижу, от сосны валяется ветка. Но здесь вот я еще раз повторюсь, благо пространство есть, видите, ветка сломалась и валяется. Это после сегодняшнего урагана. Ураган, конечно, был сильнейший, просто дождь как зарядил ночью. Я просыпалась, знаете, от шума, вот что-то долбится в окна. Вот такой вот был шум, вообще нереальный, просто от ветра, от силы вот это капель дождя. Ой, так, ну здесь вроде бы все на месте. Кусты сирени целые. Такая вот красивая сиреневая аллея. И смотрю я, мне кажется, косцы здесь прошлись. Зачем-то косцы косили сегодня в ураган мокрую траву. Причем трава, она была мокрая уже, считайте, с ночи. Здесь, похоже, здесь даже подсобрали ведь травку. Видимо, покосили и подсобрали. Не знаю, в какой момент, но, может быть, вечером успели. Вечером у нас, наверное, где-то в 8 часу стихия затихла. Прояснилось небо, конечно, чуть-чуть был еще дождь. И сейчас 10 час. Я решила все-таки выйти просвежиться, проверить, что да как здесь, и маленько вам показать. Так, здесь вроде все подсобрано, все в порядке. Конечно, погода плюс 10 сейчас у нас градусов. Я в осенней куртке, жалею, что не взяла перчатки, рукам очень-очень холодно. Вот так вот побросали самокаты прям посреди дороги. Ой, так много, смотрите, здесь самокаты и там самокаты. Так, сейчас посмотрим. Здесь все в порядке. Здесь, видите, у нас такая гущина деревьев. Вроде нормально, ничего не валяется. И есть только маленькие веточки, если. Бедные деревья, листву подвывернуло. Смотрите. Потому что вообще так мотало, конечно, бедные деревья. Если честно, еще боялась, что у нас возле дома дерево упадет. Это было бы, конечно, не очень хорошо. Здесь вижу, что вечером порядок наводили. Вот такая вот прогулка. Покажу еще бедные цветочки. У нас женщина насажали, но их бедные все вывернуло просто силой ветра. Ветра, дождя. Ой, сирень какая красивая. Так, здесь траву не собрали. Так, а фонтан тут вблизи уже выглядит так. Цветы все на месте. Все, с ними ничего не случилось. Это прям, знаете, прекрасно.
Ой, а небо-то на завтра, кстати, тоже приходило уведомление о том, что завтра ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. И что-то я смотрю вдали, видите, воронковые облака. Не знаю, то ли опять сейчас порывы принесет. Ну, посмотрим. Ну, все, вовремя я успела прогуляться вечером. Начался дождь. Дождь идет. И будет идти. А дома хотела сказать, вообще сейчас прохладно, но за окном плюс 10 градусов, ночью плюс 5 градусов. Приходится включать электропечь. Вот так вот обогревать. Если электропечи нет, будет очень-очень холодно, даже если тепло одеваться. Вот такая вот она, жизнь на севере. Уже природа говорит, остановитесь, дети, да? Вон ветка какая огромная, упала. Тут висят, того гляди, свалится. Так вот, ладно, здесь такая дистанция. Вот так вот, последствия бури.